Рассказать самой широкой аудитории об социально-экономичном жизни региона, его истории, культуре и талиновитых людях. Уникальную возможность отримал коллектив Гродинской областной студии телебачения. Творчим и техничным персоналом компании подрихтованы тематичный блок программ, который 24 листопада будет представлен у эфира с подорожникового канала ТРА Союзной Державы. Тягом дня телевизионный продукт «Згродна» будет доступны глядачам из разных кутков России и інших краин замежа. Владимир Лобан протягнет. Друзья меня из Гродно служили, да. В Германии, да, служили друзья из Гродно. Ну, а больше таких вот, чтоб я знал эти города, честно скажу, нет. Вы знаете, поскольку в Беларуси только проездом, пожалуй, нет. Пожалуй, ничего не вспомню. А у меня там партизанили родственники. Да, много родственников жило там. Гродно, это сигареты были такие. Гэта частка пытання, якую падрыхтавана нашымі калегамі з Москвы.